enjoy the fun, cause we just begun. Just мальчики и девочки, приходите к нам. Мир волшебных сказок мы откроем вам. Встретимся с друзьями, позовем зверей. В сказках не боятся звери нас, людей. Мальчики и девочки, приходите к нам. Мир чудесных сказок мы покажем вам. Сказки братьев Гримм. Железная печь. Тебе нечего бояться. Кто это? Где вы? За большим деревом. Иди, посмотри. О, спасибо вам. Я заблудилась и не могу вернуться в замок. Где же вы? Где вы? Я здесь. Я перед тобой. Я рад, что встретил тебя, принцесса. О, нет! Отодвинься! О, боже мой! Прости, что напугал тебя. Это мой друг. О, простите, я нечаянно. Кто вы? Не бойся. Я уже много лет живу в этой железной печке. Я покажу тебе дорогу домой, но пообещай, что поможешь мне выбраться из нее. О, но объясни, как я могу помочь тебе выбраться? Иди в замок, возьми острый нож и возвращайся сюда. Постарайся разрезать железо, а потом ты должна выйти за меня замуж. Выйти замуж? Но я даже не знаю, кто вы. Умоляю, поверь мне, сделай, как я прошу. Пожалуйста. Но замуж... Сделай так, пожалуйста, поверь мне, поверь мне. А! Ну... Ну... Хорошо, я обещаю. Ты вернешься, правда? Ты поможешь мне. Да, но, пожалуйста, проводи меня в замок. Конечно, конечно. Эй, все сюда! Проводите принцессу. Иди за ними, и они выведут тебя из леса. Что ты сказала? Ты согласилась выйти замуж неизвестно за кого? Нет-нет, я не позволю. Принцессы должны выходить замуж за принцев. Но я дала слово. Отец, что же мне делать? Ведь я же обещала ему. Обещала? Что же мне делать? Не надо плакать, предоставь все мне. Ой, ой,
Девушка, это бесполезно. Вызволить меня из этой печки может только та, что пообещала мне. Пожалуйста, попроси принцессу прийти сюда. Если она мне не поможет, мне придется провести в печке всю жизнь. Вот и все, милорд. Если я не вернусь, он навсегда останется в печке. Ты не можешь вернуться, я тебе запрещаю. Это наверняка какое-то чудовище. Чудовище? Это мой друг. Нет, там заточен человек с добрым сердцем. Но ты даже не знаешь, кто он. Умоляю, поверь мне. Отец, я сдержу слово. Я пойду туда. Нет, 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 принцесса, принцесса! Ну, еще немного. А ты правда согласна выйти за меня? Но вообще-то... Обещай мне. Это невозможно, я же тебя не знаю. Доверься мне. Хватит резать, достаточно. Скорее обещай, что выйдешь за меня. Но это не слишком быстро. Скорее, пока она не пришла. Но я... Поздно. Беги отсюда быстрее. Быстрее. Ты столько просидел в заточении, все еще не понял. Даже если вы поженитесь, из этого ничего хорошего не выйдет. Ведь люди стареют и умирают. Так ты решила украсть моего принца? За это ты займешь его место. Беги! Принц! Ага! О нет, принц! Как ты осмелилась увести его от меня? Принц мой, я никому его не отдам. Я тебя ненавижу. Подожди. Принц, принц, где же ты? Принц, где же ты? Прости, ты спас мне жизнь, а я... Не подходите ко мне! Мы не хотели напугать тебя, принцесса. Ты, кажется, ищешь принца. Что? Отвечай! Эй, не торопись. Я не тороплюсь, я просто думал, что она ищет принца. Как тебе не стыдно? Ты хотел напугать бедную девушку. Неправда! Вы имели в виду принца из печки? Видишь, это она! Не бойся нас! Что случилось с принцем? Это из-за нее! Заткнись, дай поговорить. Ты обещала выйти за принца? Нет! Значит, заклятье вернулось? За что он такой славный принц? Нет, это я виновата. Он спасал меня, и его снова заколдовали. Я должна его спасти. Ты в самом деле хочешь спасти принца? Ва! Да. Тогда нужно спешить, иначе принц может стать пленником колдуньи навеки вечные. Ва! Выпусти меня, пожалуйста, прошу тебя. Выпусти. Иди сюда, я помогу тебе. Помоги мне, скорее. Хорошо, иди сюда, иди сюда. Иди, иди. Нет,
нет. Ты должен войти сюда и жить в одном мире с нами. Иди, и тогда ты обретешь бессмертие. Иди же, иди сюда. Иди. Нет, не хочу. Нет. Нет. Значит так, иди через лес, а когда выйдешь на опушку, увидишь крутую гору. Это заколдованная гора. Если хочешь спасти принца, ты не должна кричать, что бы там ни происходило. А если ты закричишь, тебя обнаружат, и ты не сможешь его спасти. Торопись. Как мне забраться на эту гору? Если ты действительно хочешь спасти принца, ты сможешь забраться, но поторопись. Пожалуйста, вытащи меня отсюда. Принц. Уходи, уходи! Людям здесь нечего появляться! Уходи! Уходи! Убирайся! Выпусти меня! Замок, в котором томится принц, но нет ни моста, чтобы переправиться через реку, ни лодки. О, боже, как же мне через нее перебраться? Осталось совсем мало времени. Господи, как мне ее переплыть? Невозможно. Теперь ты займешь его место в печке. Беги! Принц! Ах, принц, я иду, я спасу тебя! Выпусти меня! Я согласен исполнить твою волю! О, правда? Тебе захотелось быть вечно молодым? Тогда пообещай жениться на мне, принц! Нет, только не это! Поцелуй меня! Что? Нет, не буду! Я не хочу быть вечно молодым! Если ты не хочешь вечной молодости, то я вообще ее у тебя отниму! Что с моим телом? Теперь твое тело стало немощным! Прекрати! Прекрати! Хорошо, выходи оттуда! Oh.
себя в зеркало. Это не я. Я ненавижу тебя. Расколдуй, расколдуй меня. Хватит издеваться, расколдуй меня. Ты кто? О, я... Ты кому? Я ищу работу. Работу в этом замке. Пропустите, пожалуйста. Что? Подозрительно. О, похоже, ты нас обманываешь. Проваливай. Я ищу любую работу, пожалуйста. Вон отсюда. Что же делать? Принц где-то совсем близко. О, орешек. Возьми этот орешек, он поможет тебе, когда будет нужно. Драгоценные камни! Я отдам их вам. Что, мне? Да. Она отдала их мне. Нет, мне. Не выдумывай. О, принц, где ты, принц? Я знаю, что ты слышишь меня. Это я, принц. Я пыталась вызволить тебя из печи. Ты что, не помнишь, принц? Пойдем со мной. Пойдем. Ладно, я иду. Опомнись, опомнись, пожалуйста. Он не хочет отсюда уходить. Он хочет попасть в наш мир и обрести бессмертие. И с тобой он никуда не пойдет. Это ложь, это ложь. Прыгай, принц. Принц, не уходи. Нет. О, принц. О, принц. Принц. О, принц! Хорошо, теперь иди сюда. Скорее иди, принц! Не уходи, не верь ей, принц, не верь ей. Ты уже не успеешь ему ничем помочь. Его время заканчивается. Проделала весь этот путь, потому что очень люблю тебя. Любишь? Не верь ей, не верь. Иди ко мне сюда. О, принц, нет. Я люблю тебя. Люблю. Любишь меня? О, принцесса. Принцесса. Нет. Принц. Все, теперь принц мой. Как ты посмела сюда прыгнуть? Как ты отважилась на это? Тебе не жалко твоей жизни? Отдай мне моего принца!
громко. Не подходи к нему! Принцесса. Шигеро Амачи, Кузуёши Юкота, Такаёши Судзуки, Джиро Саита, Фумио Курокава. Художники: Нобуюки Фуджимото, Масари Ёмамото, Акира Мидзаки, Нобуё Ханай. Композитор: Хидео Шумазу. Производство: Nippon Animation. Фильм дублирован в студии Fortuna Films. Роли дублировали: Ольга Голованова, Татьяна Канаева, Ирина Савина, Никита Прозоровский, Сергей Чекан. Режиссер дубляжа Ливия Шахалина. Автор литературного перевода Александра Шагалова. Звукорежиссер Владимир Венгеровский. Инженер звукозаписи Екатерина Петракова. Just look what fun, and we have just begun the journey.